Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний житель Смоленского района. Он был задержан и доставлен в дежурную часть УМВД России по городу Смоленску, где и дал признательные показания, пояснив полицейским, что накануне между ним и автовладельцем произошел конфликт, после которого он, увидев припаркованную автомашину оппонента, решил поджечь ее. Мужчина разбил водительское стекло и зажигалкой поджег чехлы на передних сиденьях автомобиля. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.